огню. Скрася призывалку глаза, призывалку черепка. Покормить свою любимую маленькую няшную гусеничку. Сделать призывалку черепка. О, так мило. Майни вновь с вами. Всем привет! И сегодня у нас реакция на того, кого вы просите в каждом видосе. Это Obsidian Time. И его ролик хит, я хочу сказать. Вся террария за 3 минуты. У него этот ролик взлетел конкретно. Вы его очень сильно просили много тысяч раз. Но я остолоп, и я вас не слушал. И теперь я был неправ. Каюсь. Я посмотрю ваш ролик. А вы знаете, что услышите? У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому вы получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. Вот теперь все по рукам, теперь все честно. Теперь давайте смотреть ролик. Окей, Obsidian Time. Это довольно старый его ролик. Зайти в террарию, нажать на синглплеер, создать персонажа, удалить персонажа, снова создать, создать мир, зайти в мир, загрузка. Загрузка. Срубить первое дерево. Срубить второе дерево. Умереть от слизни. Убить слизни. Грустно. Кушин, найти сундук. Грёбаная ловушка. Открыть сундук. Найти копье. Протестировать. Хрень. Добыть камни. Построить. То оно на руках копье. Заселить туда гида. Начать рыть тоннель. Устать рыть тоннель. Черт. Ночь. Умереть от зомби. Умереть от глаза. Гид умер. Скрафтить лук. Скрафтить меч. Скрафтить броню. Дать отпор. Ура, день. Пойти в шахт. Ух ты, сердце. Еще сердце. Убить скелета. Упасть в воду. Задохнуться. Повторить все заново. Прекрасно. Снова задохнуться. Найти золотой сундук. Ботинки. Еще сундук. Зеркало. Найти демонический алтарь. Скрафтить призывал. Накопать металл. Так. На самом деле, чтобы вы знали, я в террарию играл немного, но буду честным. Я проходил максимум 2-3 босса. Я не играл в хардкор режимах. Все. Я нуб в террарии, поэтому простите, если не буду понимать чего-то. Домой. Сделать наковальню, сделать броню, сделать крутой лук, не успеваю играть во все игры. Убить глазик, порадоваться, глазик я убивал. Дождаться дриады, купить порошок, пойти в искажение, умереть от гравитации, пойти снова в искажение. О, мне искажение бесили эти, блин, монстры. Штучки, убить пожирателя миров, залутать, хрень. Этого я тоже убил. Выложить все вещи, пойти искать данж, не в ту сторону, а вот теперь другую. Найти данж, призвать скелетрона. И скелетрона убивал. Призвать еще раз, убить, войти в данж. Скелетрона точно убивал. Сделать крутую броню, продолжить копать тоннель, докопать до ада, умереть в лаве. Вот воды не было уже. Сделать броню, найти куклу гида, утопить куклу гида. Гид умер. Прекрасно. Еще раз. Убить стенку плоти, собрать лут. Люблю убивать гида. Домой. Это ж так пойти классно. Снова в искажение, забыть молот, вернуться с молотом, сломать все алтари, накопать кобальт, сделать кобальтовую кирку, накопать мифрил, сделать мифриловую наковальню, сделать мифриловую кирку, накопать адамантий, сделать адамантитовую печь, сделать адамантитовую кирку, сделать адамантитовую броню, скрасить призывалку глаза, призывалку черепка, покормить свою любимую маленькую няшную гусеничку, сделать призывалку черепка, так мило. Вспомнить, что нам нужны крылья, полететь в космос, найти летающий остров, убить виверну, больше виверн, выбить большое перо гарпии, вспомнить, что не убить... Крутой дракон. ...или пчелу, ну и ладно, вернуться домой, ждем ночи, грёбаная кровавая луна, призываем дестройера, убиваем, крафтим мегакулу, призываем твинов, убиваем, призываем черепулю, убиваем, вырасти грибной всех биом, убиваем. Сделать святую бронь. А что дальше там у нас по списку? А, точно. Пойти в джунгли, выпить зелье искателя. Накопать... Сока я всего еще не проходил, так-то, да? Да. Ну а что вы хотите? Я когда-то куплю террариус на Nintendo Switch, поиграю в нее до конца пройду. Обещаю. Но не в ближайшее время. У меня нет времени играть на компьютере в такие игры. Вот серьезно, я заметил, что у меня вообще нет времени. Я уделяю себе иногда время, там, час, в лучшем случае час, обычно до полчаса в Nintendo Switch погонять какую-то игрушечку типа Зельды. Вот Link Awakening себе купил, хочу попробовать поиграть.
Надо будет попробовать в террарию поиграть. Кучу хлорофита. Найти пирожок Плантеры. Убить Плантеру. И снова. И снова. Вернуться домой. Дождаться человека-гриба. Купить автомолот. Сделать кучу грибных слитков. Автомолот? Сделать грибную бронь. Пойти снова в джунгли. 4 часа искать данж. Не найти его. Еще один день искать данж. Надо было делать маленький мир. Найти данж. Открыть его. Умереть. Снова прийти туда. Найти алтарь. Призвать голема. Убить голема. Вернуться домой. Надо было найти грибного червя. Искать его 2 часа. Вспомнить, что он не в наземном биоме. Найти его. Поймать его. Призвать реброна. Убить реброна. Залутать. Хрень. Посмотреть на NPC. Понять, что видишь в последний раз. Пойти к данжу. Найти там культистов. Истребить их всех. Убить злого дядю Лунатика. Понять, что миру пися. Убить огненную колонну. Убить вихревую колонну. Убить небула колонну. Убить звездную колонну. Ждать. Еще ждать. Ждать. Бафнуться. Убить больше колонну. Ждать. Покормить свою любимую маленькую няшную гусеничку. Как же без этого? Как же без покормить маленькую няшненькую гусеничку? Блин, Террария классная игра. И Субнатику бы хотел поиграть, что Субнатика просто была на следующем видосе. Субнатику вообще не играл. Все говорят, что охрененная игра, просто невероятная. Я поиграл. Надо будет, если на Nintendo Switch. Я знаю, что всех заколебался за Nintendo Switch, но у меня нет времени играть на настольные всякие вот консоли. Я вот реально удобно портативная мне. Хотя игры на нее стоят дорого, с ним соглашусь полностью, абсолютно. Покупайте в картриджах, потом их можно перепродать. Это вам мой лайфхак, потому что картриджи в цене практически, блин, не падают, когда ты их покупаешь в магазине. Вот, например, есть картридж за 1300, ты его можешь продать за 1100. Это я в гривнах говорю, в рублях цены, конечно, совершенно другие. Реально, я это заметил, и покупают. Я вон себе был картридж один купил, потому что... Ну, чуть-чуть сэкономил. Ну, типа, зато все хорошо. Блин, круто. Террария — это классно. На самом деле, игра довольно интересная. Надо бы занять себя когда-то этим, попробовать. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал, знаете кого? Obsidian Time. А то почему вы не подписаны? Ставьте мне лайк, если хотите еще видосы от него. Чем больше лайков, тем больше я буду это видеть. И подписывайтесь на меня. Чем больше подписок, тем больше мне... Хочется для вас что-то снимать, что-то делать, и вы меня этим очень радуете. Все, будьте молодцами. Всем удачи, всем пока. И магазин. Магазин не забывайте.